Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Я по традиции прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс на платформе YouTube. Ссылка под данным видео. А также прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс на платформе Telegram. Там много интересного, друзья. Желаю всем приятного просмотра. Дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас свеженькое видео об обновлении, которое прилетело на мой iPhone 15 Pro Max. Так, друзья, давайте посмотрим, что за обновление. Итак, друзья, как видите, у нас сегодня здесь обновление прилетело на iPhone iOS 18.1. Весит оно 3,36 гигабайта. iOS 18 предлагает новые возможности: гибко настраивать iPhone, хранить особые моменты, запечатленные на камеру, и всегда оставаться на связи. Сделайте свой iPhone еще удобнее, бла-бла-бла. Короче говоря, iOS 18, которая у меня уже, в принципе, об основных изменениях видео на канале есть, друзья. Однозначно, тут уже 18.1, и скажу сразу, друзья, я жду очень многого. Как видите, здесь изменения у нас и по экрану домой, и по фото части, и по сообщениям, по пункту управления, экран блокировки, Safari, пароли, карты, игры, кошелек, дневник, телефон, конфиденциальность. Даже по AirPods есть обновление, друзья. Кто не видел мое видео об обновлении, которое я устанавливал на iPhone 15, посмотрите обязательно. Единственная фишка, что здесь добавлено, друзья, тут, кстати, приложение, как вы видите, Apple TV изменено, заметки, универсальный доступ, ну и так далее. Много всего. Единственное, что тут добавлено, то, чего не могли добавить на том же iPhone 15. Естественно, я обновляю это дело сейчас все. Тут добавлен искусственный интеллект, то есть фишки искусственного интеллекта. На iPhone, как я уже говорил, 15, там этого нет. Нет, по одной простой причине, потому что там процессор это не тянет. С iPhone 15 Pro и выше начинаются только применять фишки искусственного интеллекта, все функции, скажем так, новшества, которые также есть на всей линейке iPhone 16, начиная с обыкновенного iPhone 16, заканчивая Pro Max. Ну, собственно, начиная с линейки 15 Pro. А это у нас Pro Max 15. Поэтому, друзья, устанавливаю. Если будут какие-то дополнительные изменения, которые прям вот must have, я о них сделаю дополнительное видео. Подписываемся на канал Технобар Плюс на платформе YouTube, прожимаем лайк данному видео, пишем комментарии, друзья, кто-то устанавливал, возможно, себе на 15-ю проху или Pro Max. Буду очень рад видеть вас в комментариях. Также подпишитесь на канал Технобар Плюс на платформе Telegram, там много интересного. Желаю всем удачи, всех обнял.